Возьми и ешь сама. Арендаторы сами прибираются. Угу. Тетушка Агуй убирает общую зону. Здесь уютно и спокойно. Я только что видела Се Джияо у твоей комнаты. Он рядом живет. Я вчера спросила. Он сказал, что работал в Пекине в инвестиционной отрасли. Он работал в Пекине после университета. А недавно его отец вернулся сюда на годовщину дедушкиной смерти. По словам его отца, семья не поддерживает его желание начать бизнес. Якобы молодые уезжают из деревни и не возвращаются обратно, если только не отчаются. Я прогулялась по деревне и не заметила у вас много туристов. Ага. Посмотрим через пару лет, когда это место прославится. Появится книжное кафе Шаохуа, все изменится. Не обязательно. Во многих чудесных местах нет туристов. Да, это возможно. Но я верю, тут станет лучше. Се Джияо пришлось очень нелегко. Если в деревне или у местных жителей проблемы, все идут к нему. Но свои проблемы он решает только сам. Он всегда веселый и не жалуется. Все думают, что ему легко. Что такое? Посмотри на него. Он так усердно трудится. А ты? Будешь искать работу? Подожду еще месяц. Вернусь к родителям, помогу им переехать. И потом уже работа. Ты хочешь в Пекин? Угу. А может, Шанхай? Я думала, но хочу в Пекин. Но у Шанхая есть свои преимущества. В районе Хуанпу куча пятизвездочных отелей. А у твоего зятя там старая квартира. Срок аренды скоро истекает. Если ты готова переехать, мы все подготовим. Муж сказал, что ты будешь оплачивать только коммунальные услуги. Иногда навещать Линдан и играть с ней. Родители тебя надоумили? Ты с ними обсуждала? Да. Смотри, мы с мужем в Шанхае. Если что, будем помогать друг другу. Спасибо за предложение. Я очень ценю это, но откажусь. Мне поступило предложение. Один выпускник зовет в отдел подготовки кадров в Пекин. Если бы у тебя хотя бы был парень в Пекине, я бы не стала отговаривать. Что у тебя в Пекине? Ничего, но я привыкла. Ты и здесь привыкла? Я так и знала. Ты приехала меня отчитывать. Ты это так называешь? В нашей семье 4 человека. Мама – президент, папа – гендиректор, ты – начальник отдела, и я – единственный сотрудник. Но президент в отставке, ты заняла ее место. Теперь нужно обо всем тебе отчитываться. Верно? Ты приехала меня отчитать. Признай это. Если использовать твою аналогию, я помощник президента на побегушках. А ты – дочь босса, вступившая в должность. Капризная и упрямая. Президент и гендиректор ничего не могут с тобой поделать. И даже боятся. Поэтому меж двух огней. Неблагодарная работа. Родители меня боятся? Да, боятся, таятся. С детства они балуют тебя. Заставляли меня быть милой, ведь я старше. Когда ты была милой? А с чего я должна быть с тобой милой? Ты вечная плакса. Я плакса? Да, ты плакса. Когда умерла курица, ты плакала. Когда умер кролик и золотая рыбка, плакала. Самое нелепое, когда я взяла немного хны, чтобы покрасить ногти, ты плакала. И каждый раз, когда ты плакала, ругали меня. Ты перекормила рыбку, и она умерла. И кролика тоже. И он умер от поноса. Ты не оставила мне хны и обижаешься? Кролика убила мама и переложила вину на меня. Сколько раз я тебе это говорила? Тоже мне. Что за вид?
Не говори как отец, посмотри на себя. Не буду. Не хочу в Шанхай. Почему не Шанхай? У меня там очень много связей. Я не хочу, потому что там ты. Не буду с тобой возиться. Собаки грызутся. Не говори как бабушка. Ешь давай. Мама, я сказала все, что нужно. Она хочет вернуться в Пекин. Хундоу всегда заставляет нас волноваться. Сейчас она даже тебя не слушает. А когда она меня слушала? Что-то с Хундоу? Я не знаю, в кого она такая. Ничего. Она похожа на бабушку. Мама, Линдан теперь говорит, как... Смотри, здесь какая-то... Сказала, что мы с Хундоу грыземся, как собаки. Ой, всего два дня прошло, а вы уже ссоритесь. А я могу ей противостоять? У нее острый язык. Она сказала, что ты президент. Папа? Генеральный директор. Я начальник отдела, все ею командуют. Эй, разве это плохо? Президент, у нас тут заминка. Я не думаю, что это проблема, но я должна сообщить. Хватит шутить, говори, что? Ты помнишь того парня на видео Хундоу? Ну, этого, директора Се. Мне кажется, у Хундоу к нему чувства. Правда? Но ведь он так далеко живет. Но, похоже, Хундоу не планирует с ним встречаться. Помнишь Кэдзи, ее бывшего? Он хотел, чтобы она перевелась в отель на западе 5-го транспортного кольца, а она его бросила. Поэтому не волнуйся. Нет мужчины, ради которого Хундоу куда-то поедет или где-то останется. Мы даже не знаем, порядочный ли он. Ей пора замуж выходить. Все нормально. Да, мама. У меня еще дела. Поговорим позже. Да, хорошо, работай. А? Папа пошел в магазин, лепим пельмени для Кысинь. Хорошо, пока. Да-да-да. Тетушка, что-то с Хундоу? Все в порядке. Она уехала в отпуск в Юньнань. И ее сестра с ребенком там с ней. Как замечательно. В детстве они были словно спичка и бензин. Вспыхивали от малейшей искры. А ты-то сама. Как будто ты не ссоришься с сестрой. Эй, на расстоянии они скучают. Но как только встретятся, сразу же спорят. Да, ни у одной девушки в нашей семье нет хорошего характера. Эй. Если у Кэсинь родится дочка, будет еще больше шума. Лучше не стоит. Сяо Чунь ушла на склад. Малышка делает уроки здесь. Линдан хотела погулять? Работает? Что ты делаешь? Играю в яйцы. Можно посмотреть? Конечно. А? Директор Сина? Привет. Хундоу. А? Нам надо апельсинов купить. Да, я схожу. Почти 3 килограмма. Я помогу. Ты не занят? Нисколько. Нана, дай ключ. Директор Се, велосипед внутри. Подожди, я сейчас. Три кило. Как тяжело. Пойдем? Ага. Что с тобой? С сестрой поругались? Она не смогла меня уговорить. Уговорить? На что?
Родители хотят, чтобы я работала в Шанхае. Сестра приехала уговорить меня поехать туда. А, родители ждут, что вы будете помогать друг другу. Да, но мы не будем помогать друг другу. Если я поеду в Шанхай, сестра просто будет лезть в мои дела. Ей нужно все контролировать, а я буду как паразит. Даже если мой зять согласился, у него там большая семья. Если они узнают, что он заботится о сестре своей жены, то сядут ему на шею. Ты не замужем? Почему об этом думаешь? Знаешь, я с этим не сталкивалась, но видела, как бывает. Вы с сестрой как супружеская пара, где любят и ненавидят. Вы заботитесь друг о друге, но гордость мешает честности. Я с ней мило общалась, но она сама не своя. Приехала, но не наслаждается поездкой. Только работает и меня игнорирует. Если она так занята, зачем приехала? Поучать меня. Могла просто позвонить. Но почему она приехала так далеко? Терпела укачивание, бессонницу, кровотечение из носа. Кровотечение? Угу. Кто тебе сказал? Хозяин гостевого дома. Я позвонил ему, попросил позаботиться о Хунми. Он сказал мне, что Хунми ночью попросила себе обезболивающее. Утром при уборке видели на наволочке пятна крови. Попытайся копнуть глубже. Она беспокоится, что ты уволилась, и приехала тебя проведать. Это координаты. Да, всезнайка. Сразу определила. Это тебе. Укрепляет иммунитет. Чай с радиолой. Сделали бабушки из деревни. Все тебе. Ой. Я вытерла. Банка не грязная, только цвета потускнели. Это хороший материал, не дешевый. Полезно для здоровья. Пей. Ого. Как мило. Угу. И еще кружка. Я только что купила, новая. Угу. Тут сухо. Пей воду и работай. Угу. Не отвлекайся. Хорошо. Я пойду работать. Хорошо. Вы добавили розы? Да. Вы сделали так много? Это немного. Еще с соседями поделюсь. Попробуй. Да. Я принесу бутылки. Попробуй. Вкусно? На вкус как розы. Попробуй. Пей еще. Сегодня за ужином угостим твою сестру. Я заметила, что после того, как сюда приехала, куда бы я ни шла, никто не отпускает меня с пустыми руками. Не волнуйся. Когда ты будешь уезжать, я не отпущу тебя с пустыми руками. Что ты для меня приготовил? Ты скажи, проси, чего хочешь. Все, что угодно.
Ну, кроме денег. Расслабься. Я попрошу то, что у тебя точно есть. Вот. Давайте. Мы поможем. Хорошо. Наливать этим? Да, можешь любым. Эй, хватит играть. Мойте руки и ужинать. Линдан, пойдем. Чихунов, а? Можешь посмотреть, что у меня на шее? Не двигайся, пчела. Убери быстрее. А. Улетела? Вроде. Не трогай. Она ужалила? Да покажи. Нет. Нет же. Ужин готов. Идем. Идем. Хунми, розовое вино из нашей деревни. Попробуй. Ага. У хозяйки огромные чаны с вином. Пей. Да. Если кто-то женится, готовим заранее. Ладно. Пусть это будет прощальный тост. Завтра я уезжаю. Разве не послезавтра? Срочная командировка в Пекин. Потом вернусь в Шанхай. Линдан с тобой? Ага. Мой помощник едет с нами. Я собиралась завтра показать тебе старый город. Да, не нужно. Я здесь не для достопримечательностей. Я приехала отчитывать тебя. Спасибо вам за все. Доставила я вам хлопот. Нисколько. Я надеялся, что погостите. Я не шучу. Да. Много не пей. Тебе завтра ехать. Вкусно же. Оно из тех роз, что ты назвала ужасными, когда мы ехали мимо полей. Я так сказала? Сказала, когда мы ехали мимо. Эй, не притворяйся, что забыла. Директор Се слышал. Я не слышал, я был за рулем. Директор Се, ну-ка. За ваш бизнес. Спасибо. Тетя Хунми, а когда Линдан снова придет? Мы можем больше не приехать. Мы же здесь как туристы. В следующий раз поедем куда-нибудь еще. Мы не приедем навестить тетю? Тетя здесь тоже туристка. Все в порядке. Вы сможете общаться друг с другом по видеосвязи. Да, точно. Верно. Давайте есть. Сестра, выпей воды с медом. Рисовое вино не крепкое, но все же. А тебе ехать. Ты поедешь в Шанхай? Сначала выпей. Поедешь? Я, когда будет время, приеду. Знаю. Ты меня ненавидишь. Это не так. Ты меня ненавидишь. Ты не хочешь ехать, потому что там я. Вот все-то ты помнишь. Ах, сама виновата. Зря я это сказала. Я имела в виду, что не хочу доставлять вам неприятностей. Если не хочешь доставлять неприятностей, тогда живи правильно. Уволилась и нам не сказала.
И сейчас ничего мне не рассказываешь. Я узнаю о тебе из соцсетей или от твоих друзей. Я скучаю по временам, когда мы были детьми. Ты ходила за мной по пятам, крошка Хунду. Ай! Я зла на тебя. Крыша поехала. Не бей. Хочу и бью. Сумасшедшая пьяница. Поколочу тебя. Еще раз ударишь, ударю. И я тебе отвечу. Сейчас. Дам сдачу. Вот так. Она пьяна. Почему ты позволяешь себя бить? Я расскажу родителям, что ты дралась. Я расскажу маме, что ты начала пить в средней школе. Что? Когда это я пила? Было. Вы про что вообще? Вы не увязнете в этих чувствах. Все хорошо. Это задний двор. Основное здание уже построено. 8 комнат. Самая маленькая – 40 квадратных метров. Посмотрите. Наверху 4 люкса с прекрасным видом из окна. Гостевой дом эксклюзивного сегмента. Звучит впечатляюще. Верно. Да. Владелец сказал, что главное здание и дизайн были разработаны вместе. Если вам нужно, он может предоставить все схемы интерьера. Мы осмотримся. Да, не спешите. Дай еще такой. Синь-синь. Это тройной эспрессо. Не пей больше, иначе не уснешь ночью. Посмотри, сколько я ношусь. Хоть подушку в свинарник брось, я там же и засну. У нас есть холодный напиток. Сотни ароматов. Давай. Та интернет-звезда? В чем дело? Меня фотографируют. А? Вы откуда? Мы из Шанхая. Ага. Шанхай? Тогда почему вы решили приехать сюда? Мы увидели ваш рекламный ролик. В жизни вы выглядите еще красивее. Рекламный ролик? Да. Что вы думаете об этом месте? Замечательное. Мы только утром приехали. Планируем посетить места из видео. Отметить в соцсетях все красивые места. Точно. Я хорошо знаю эти места. Правда? Так здорово. И могу их все показать. Можно добавить тебя в друзья? Конечно, давайте. Мы пойдем. Пока-пока. Пока-пока. Ты боишься фотографироваться? Вроде того. Для такой красивой девушки, как ты, неприятно, когда скрытно снимают. Я красива? А? О какой красоте ты говоришь? Твоя красота в простоте, она идет изнутри, но ты не осознаешь. Приятно слышать. Важничаешь. Кстати, я упаковала твой напиток. Спасибо. Эй! Завтра будут новинки. Пусть Сяося снимет пробу яда. Я пошла. Пока. Увидимся. Пока. Что, она уехала? Хунду с сестрой не похожи. Ты видел ее? Она была в мастерской. Картину, что висела 2 года в восточной комнате, ее мой учитель вырезал. Она ее купила. Я увидел имя получателя, Сюй Хунми. Спросил ее, сестра ли она Хундоу. Она сказала да. Попроси Сяо Ланя удалить из интернет-магазина. Не волнуйся. Я уже сказал ему.
Алло, слушаю. Да, да, это дворик Юфэн. Можно арендовать. Несколько человек или один? Спасибо, мам. Ага, девушка, когда приблизительно вас ждать? Хорошо, я запишу. Подождите, пожалуйста. Сначала мне не разрешили петь эту песню, только их песни. Я сказал, подождите, сначала послушайте мою. Если решите, что она не очень, спою ваши. И я начал петь. Менеджер сказал, хорошо, остановитесь, мы все поняли. Ты спел свою песню. Нет, я пел их песни. Зрителям не повезло. Двойка. Эй, Пен, извини. Ждете последнюю кость? Нет, у меня нет пары. Эй, Пен. Тройка. Не подглядывай. Я же тебе помогаю. Эй, спасибо, не нужно. Я выиграла. Ждала последнюю кость. Неплохо, Хундол. Ты везучая. Вот. Почему ты называла игру глупой? Не твое дело. Джияо. Эй, тетушка Фэн, мы здесь. Азан, играете? Да. Здравствуйте, а вот вам Фэн. Овощи. Я днем ходила на ферму. Как много принесли. Спасибо, спасибо. А не только с грядки. А? Нет, нет. Садитесь на моем. Нет, я не буду играть. Посижу с бабушкой. Тетушка Фэн, играйте с нами вместо него. Он невезучий. А? Я позволил тебе выиграть. Вы играйте. Я принесу вам всем чай из лайчи. Хундол, будешь? Где пуэр, который оставил старик Ма? Пуэр на ночь глядя? Лучшая чай из лайчи. Самый умный? Играйте. Не играй этой костью. Сыграй этой. Это мне нужно. Ее же нет на столе. А если есть у них? Вы двое. У вас совещание. Играть этой? Семерка. Ган! Новичок, не порти мне игру. Ужасно. Точно. Подождите, тетушка Фэн. Так нечестно. Это уже слишком. Четверка. Выиграла. Бабуля, ты... Да как ты можешь так поступать? Ну, я же выиграла, правильно? Я почти выиграл. Ваши перешептывания испортили мне игру. Сглазили. А такие хорошие были кости. Как долго ты планируешь остаться на этот раз? Завтра встречусь с мастерами чайной церемонии и вернусь в Пекин. А. Она скоро придет? Скоро? А? Эй, почему вы едите? Это для новой соседки. Вы едите и тут же раскидываете мусор от семечек и арахиса. Она подумает, что ей здесь не рады. Успокойся. Ты вечно дергаешься, услышав о красотке. Что значит дергаюсь? Я ужасно взволнован. На седьмом небе от счастья. А если она влюбится в меня, тогда здесь расцветет прекрасная история любви. Я пью чай и не хочу, чтобы все полилось обратно. Давай, давай, вперед. Слушай, старик Ма, когда ты начал свой бизнес, тебя покинуло чувство прекрасного. В твоей речи больше нет глубины. Приготовьтесь провести чайную церемонию для новой соседки. Эй, Хунду, давай, давай. Ну что? На, возьми. Ты видела, как надо? Как только я допою до момента... Ты такая сговорчивая. Да-да-да, так и надо. Делаешь все правильно. Встань на колени у ее двери. Это будет эффективнее. Тебе это еще не надоело? Что? Сам не понимай, знаешь. Я помогу. Пришла, пришла. Быстрее, вставай. Ой. Улыбнись, улыбайся.
Синь-Синь, ты тоже здесь? А где прекрасная соседка? Позвольте вам представить прекрасную соседку. Я и есть новая прекрасная соседка. Не ожидали? Расходимся. Нет. Расходимся. Что с тобой, Ху? Что ты делаешь? Я же пошутила, расслабься. Синь-Синь, ты правда переедешь? В общежитии крыша течет, нужен ремонт. Поживет пока тут. Господин Ху. Что? Не расстраивайся. Скоро приедет новая соседка. Правда? Правда, правда. Когда? Ты настолько мне не рад? Я не это имел в виду. Ты играла с моими чувствами. Синь-Синь, присаживайся. Старик Ма проведет чайную церемонию. Я помогу тебе распаковать вещи. Отлично. Нана сказала, ты мастер заправлять кровать. Научишь? Конечно, научу. Хорошо, тогда я не буду церемониться. Ты уедешь? Мы поговорили с Джияо. Эти дни я уже не работаю. Возьму выходные. Ты вернешься? Конечно. Приеду вас проведать. А как же Джияо? Скоро приедет новый волонтер. Все хорошо. Ты что, бросаешь Джияо? Да. Ты... Стерилизовал бутылки? Не беспокойтесь, все продезинфицировано. Ты велел отправить Хундоу 10 бутылок. Этого хватит? Отправь больше, раз она его любит. Если будет мало, отправим еще. Тоже верно. Сяо Чунь сказала, что срок аренды Хундоу истекает, и она не продлила. Да, она едет искать работу. А что там между вами происходит? Ничего. Ну почему нам никто не верит, а? Ну, раз ты так говоришь, я попрошу Сяо Чунь найти девушек для свиданий вслепую. Похоже, что у меня есть на это время. У девушек тоже нет времени. Они и работают, и встречаются. Эй, кто-то ухаживает за Сяо Чунь. Кто? Поставщик. Я слышала, что он позвонил и пригласил ее на обед. А что, Сяо Чунь? Времени нет. Я тебе так скажу. В одиночку тяжело носить воду. Непременно нужен помощник. Вы в будущем об этом пожалеете. Наливай вино. Ай, давай. Рыбный суп. Я добавила пряности. Ты всегда занят. Съешь что-нибудь питательное. Поставь сюда, бабуль. Ты меня балуешь. Остынет же, ешь. На.
Вкусно? Хорошо, я съем. Поставь тут. Хорошо. Откармливаешь, как на убой, да? Что за глупости? Нужно беречь здоровье. Не нужно прятать. Я давно уже все видела. Это просто фото такое хорошее. Вон какие у милашки красивые глаза. Ничего такого. А я что-то сказала. Попался. Ешь быстрее. Бабуль! А? Ты только никому не говори. А, да, да. Сейчас спущусь. Прогуляемся? Конечно. Подожди немного. Ты что, в новой рубашке? Нет, в прошлом году купил. А, бирку сними. Ну вот, пойдем. Ты накрасилась на завтрак? Я не красилась. Только брови подкрасила и немного румян. Немного помады и брызнула духами. А? Ага. Эй, ты снял бирку? А ты этого хочешь? Мне-то это зачем? Ну, тогда не спрашивай. Ой, что в этом такого? Однажды мы с Чэнь Наньсин пошли по магазинам, и я купила платье. Надела его задом наперед. И кто первый заметил? Моя шея. Оно меня душило. Ты сделала такую глупость? Да. Эй, одеколон? Ну, медовый гель для душа. У тебя нюх, как у собаки. Приятный запах. Что за марка? Старый отечественный бренд. Дешевый. Лапша готова. Вкусно? Хундоу и Джияо. Ели рисовую лапшу на рынке, я видела. Эти двое близки.
Позавчера мы играли у Джияо в Мадзян. И они сидели вместе. Так близко. Не будем сочинять. Хундоу больше не работает волонтером и не продлевает договор аренды. Я сомневаюсь, что у них что-то не получится. Мы все там были. Это всего лишь их уловки. Не получится. Кто в это поверит? Скажем так, они друг другу нравятся. Но место не то. Хундоу вернется в Пекин. Не привыкла к местной жизни? Не совсем так. Хундоу приехала отдохнуть и развеяться. Она тут не задержится. Так что это место не входит в ее планы на жизнь. Понятно? Понятно. Она не привыкла. Мы не про это. У них не настолько развились отношения, чтобы рассматривала возможность здесь остаться. Пусть развивают. Так нечему тут развиваться. Она не привыкнет? Не в этом дело. Ты не понимаешь. Хундоу из большого города. Она и не думает поселиться в деревне. Не привыкнет к нашей жизни? Зачем ей привыкать? Я же сказала. Ты права. Не привыкнет. Вот упрямая. Возьми еще мясо.地方。